Ребята, всем привет, с вами Александр, и да, это Арк. Он у меня стоит уже, наверное, полтора года или год, очень давно я его купил, но все никак, нет, просто нету времени, ребята, нету времени, но я таки дошел, и у нас сейчас будет определенная миссия, немножко даже там побегал, что-то построил, и давайте заходим в хост локально, про настройки пока что говорить не будем, нажимаем играть в одиночную игру, сейчас посмотрим, где я там телепортанусь, надеюсь, в своем домике, я вроде кровать там построил. У меня просто есть еще глюк в арке, то есть он у меня закрывается, открывается на весь экран, и игра сразу сворачивается, я ее не могу развернуть. Мне каждый раз нужно заходить в Steam, делать сброс разрешения, и только тогда я вот могу ее запустить. О! Вот она, ребяточки. А, вот это мой дом родной, я тут уже, как видите, немножко прокачался, дошел до деревянных сооружений. А, это, блин, а черепаха. А, так, давайте сейчас посмотрим, как там ее зовут. Карбонемис. Карбонемис — это просто жесть, она меня убивала. Меня вообще-то, пока я сюда добрался, карта есть. Так, надо подойти к свету ближе. Чё-то как-то... О, нормально. Вот, я нахожусь здесь, и наша цель сегодняшней серии будет это добраться до острова Травоядных, который находится вот там вот... Если на карту смотреть, на отметке 90 справа внизу. Там находится остров Травоядных, чтобы нам немножко там развиться и прокачаться. Вот, собственно говоря, ребятки, мой первый домик соломенный. Я разозлил Трайка, и это все, короче, снес Трайк. Не знаю, почему, кстати, Трайка называют Трайком. Трицератопсом, всегда был Трицератопсом. Все, сейчас буду пытаться вспоминать, что здесь было. Место не очень прикольное. Я выбрал, ну, за деревом далеко бегать, короче. Подлый 18 уровень я вышел. Меня, по-моему, даже третий убивал. Третий убивал, хотя... Хотя, давайте посмотрим. Я уже сейчас 21 уровень игрока. У меня есть очки. Нужно качать стойкость. Здоровечко. Так, я что, жрать хочу? Что-то он там, мой персонаж, так стонет. И, а, вес, я качаю вес. Давайте что-нибудь поедим, давайте заглянем сейчас в шкаф, посмотрим, что я уже здесь сделал. Чего, точнее, сюда уже натаскал, немножко там, ну, короче, запасов, ребятки, немножко создал запасом. Так, что у нас? С кострищем нужно туда... мясо бросить. Так, уголь мы сюда заберем, немножко туда древесины закинем. Так, что у нас здесь? Уголь забираем, мясо ложим и тоже туда. Вот это была эта чайка долбаная, 100%. 100% была чайка. У меня такое тут небольшое... небольшое производство жареного... Блин, она вообще оборзела. Где эта фигня летающая? Тихо, блин, у меня... Вот гада, какого он уровня? Чего он ко мне приколебался? Блин, вот... караул! У меня как... Блин, копья нету. Смотрите, какой офигевший. Ихтиорнис, да? По-моему, так он называется, эта птичка. Так, у меня вообще-то она... Есть даже... Есть даже мясо. Так, ладно. Зажечь. Здесь у нас все в порядке. Так, я вообще копье сейчас могу склепать? Он меня задолбал. Так. Не хватает кремень.
Давай. Вообще оборзел. Ну, у меня есть, собственно говоря. Не понял. Ну вот, что за прикол? Куда мое копье делось? Я же его только что скрафтил. Во. Блин, он задолбал тырить у меня. Иди сюда, сволочь такая. Иди ко мне. Он что, у меня копье забирает? Как это понимать? Блин, ну жесть какая-то. Чё с ним сделать-то? Он меня преследует. Украл наркотик. Ну, блин, пусть он там от этого наркотика и окочурится. Я замерзаю. Почему я замерзаю? А где мое все шматье? Почему? Стоять. И почему я тут появился без шматья? А это Барионикс? Офигеть. Я его могу запинать? Будет прикольно, если я его сейчас запинаю. Ребята, мы запинали Барионикса. Давайте на кожу. Мне нужно сделать... Рубим его топором, чтобы было побольше кожи. Эта сволочь улетела? Улетела. Фух. Ну просто какая-то... мистика. Так, возьмем себе мясо, угля, испорченное мясо. Добавим туда. Вот так вот. Пускай жарится. А все ненужное спихнем. Спихнем сюда. Так, камень мне, по-моему, тоже не нужен. Волокна столько мне не надо. Уголь. Так, не знаю, зачем эти штуки. Это результаты моей смерти, да? Здесь мы вообще все забили. И второй шкаф у меня есть. А, здесь я планировал ресурсы, да, складывать. Так, это мое. Так, 106 кожи. Стоять. Мне нужно сделать болосы. Болосы это вот эти вот штуки. Волокно. Блин, я только что спихнул волокно. Давайте сделаем болосы. Камень, камень, камень. Что еще нужно? Солома. И солома. Все вроде как. Этого нам должно хватить. Остальную кожу выбрасываем. Это нам тоже не нужно. По плану изучения, по инграммам, нам нужно изучить строительство корабля сейчас в первую очередь. Давайте посмотрим, что у меня здесь доступно, что недоступно. Кожа, кстати, требуется инграмм кожаные штаны. Давайте, где-то, где мы тканные штаны. Ну, тканные штаны, так у меня же есть. У меня же есть тканные штаны-то. А, это мне уже изучено, ё-моё. А, и плот у меня тоже уже изучен. Хорошо, плот изучен. Отлично, нам еще нужно изучить копье отравленное. Требуется каменная стрела и наркотик. Наркотик у меня был, а каменной стрелы у меня не было.
Наркотик и каменная стрела. Так, давайте сейчас найдем. Глянем, где каменная стрела. Это у меня добро есть. Это хорошо. Так, кровать есть. Все есть. Давайте пойдем стоять. Не пойдем. Нужно посмотреть, что нам нужно для постройки плота. Нам нужно много соломы. Ремесло. Где наш плот? Вот, плот нужно. Волокно у меня есть. 250 дерева и кожи. 75, да? Я вообще смогу с таким весом идти? И если у меня 250 дерева, у меня не хватает, ребятки, дерева. 250 дерева. У меня есть запасная кровать, есть штаны. А, я, по-моему, я же специально, когда ложился спать, я, по-моему, разделся. Хотя, может, и не раздевался. Так. Ой, нет, не туда. Голова. Ноги. А вообще кожу. Хочу кожу. Кожа 20. Хорошо, сейчас мы найдем кожицу. Главное не умереть, это будет обидно. Кожа не так просто мне сейчас дается. Кожа. Ботинки и штаны. Мне нужно еще немножко кожи, да? Ладно, давайте пока что так. Делаем вот так. Руки. Это низ. И это ноги. Так, а на руке непонятно. Так, лишнюю кожу спихаем, дабы ее не потерять. Волокно тоже пока что выброшу. Это тоже пока сюда. Это сюда. Нам нужна древесина. Ну, вот я о чем, что деревья находятся довольно далеко. А подъемность у меня пока что слабовато. И тут еще под... Ну ладно. Это надо было мне так оббегать, чтобы снова упасть. Соточка дерева, ну нужно еще соточку хотя бы ж. А вообще основная проблема всего собирать волокно. Потому что это нужно вот так вот ходить. А, еще иметь пустые руки, чтобы собирать это волокно. То есть, если дерево, то мы можем это по-быстрому как-то собрать. Ну, это был сигнал. Сигнал. Так сильно хотел пить, что чуть не умер. Так, топор. Чего мне не хватает? Кремень. Делаем топорик. И теперь давайте будем все набрасывать, что нам нужно для корабля. Дерева у меня с собой достаточно. 125 волокна, 75 кожи. Так, 200 волокна и кожи. Я даже могу ходить с этим, это хорошо. Так, я вообще отсюда выплыву? Да, нужно будет плыть в ту сторону. Хорошо, тогда крафтим. Ну как это так? Блин, я взял вместо волокна, взял солому, да? Гениально.
Уйди, черепах. Карбонемис. Ничего, мы тебя тоже приручим. Приручим, всех приручим. Всех, кого будем видеть, будем всех приручать. Пока что даже не важно, какого уровня. Вообще хочу я птера. Птера приручить побыстрее, чтобы можно было как-то летать. Так, отремонтировался. Так, а вот мой плот. Отлично. Только теперь нам нужно еще плот этот будет как-то расширить. То есть у меня здесь включена такая штука. Как убрать? Я знаю, что можно убрать как-то парус, но я не в курсе как. Тут, кстати, пираньи очень тоже жестокие. Это где-то... Действие. Скрыть парус. Вот так вот. Мне сейчас нужно будет настроить фундаментов. Соломенный фундамент. Вот. У меня солома закончилась. Побежала за соломой, ребята. Настроить соломенных фундаментов. Чтобы его расширить, нужно будет потом перенести все содержимое вот этого вот шкафчика. Соломенный фундамент. Три. Волокно. Волокно, дерево. Их довольно много надо. То есть, ну, нет, я, наверное, уже перестарался. По кругу, чтобы обстроить. Чтобы наш был кораблик чуть побольше. Стеночки я пока, наверное, ставить не буду. Доплывем мы до острова Травоядных, и там уже это все будем делать. Так, не поставил все это наше дело на слотик. Так, как бы тебя так... Блин, мне нужен был не фундамент, нужно было перекрытие, да, по-моему? Которое опять меня обворовало. Со второй попытки пришлось... лассо потратить пришлось на него. Так, все. В общем-то, суть я понял. Тогда иду, короче, тариться фундаментами. И немножко древесины надо с собой взять. Сейчас заберем все фундаменты с собой, которые у меня здесь есть. Фундаменты. Перекрытия. И, наверное, древесины. Возьму древесины соточку. А стоять нам нужно что для фундамента? Волокно, дерево и солома. Так, я уже перегружен. В общем-то, ладно, пошел строить, ребята. Принцип какой? Ставим колонну, потом ставим фундамент, ставим наверх колонну, потом разрушая. Когда у нас стоит колонна и фундамент, мы можем построить следующую, соседнюю, немножко ниже. И так, в общем-то, раза 3-4, пока не опустилось оно вровень пола. И каждый раз мы вот эту колонну разрушаем. Также разрушаем вот этот вот фундамент, который был в не тот уровень, который нам надо. И вот теперь уже... Вот все вот так вот как бы строим в один большой уровень. Так, не знаю, надо ли оно так или не так. Может, тут уже дальше просто перекрытиями можно сделать. Но нам чуть-чуть сейчас его расширить. Все равно потом нужно будет делать его каменным. Так, стоять, что ты тут не хочешь строиться? Что-то я не догоняю.
Не понял, в чем проблема? Очень, короче, странно. А, наверное, потому что корабль с этим углом. Хотя нет, он не стоит. Но очень странно. Не хочет цепляться этот наш кусок к плоту. Так, не-не-не, я туда залазить не хочу, абсолютно не хочу, потому что меня там сейчас сожрет пиранья. Ну вот, ребята, мистика какая-то. Сюда все положилось без проблем. Так, так, перекрытие. Давайте сейчас попробуем. Само перекрытие. Блин, ну перекрытие. Перекрытие вот так вот только хочет становиться. Тоже как-то не по феншую. Ну ладно. Пока поставлю так. Но вот с этим углом надо будет что-то думать. Почему она не хочет сюда ставиться, я не догадываюсь. Блин, такой еще засвет идет дикий. А, если попробовать поставить туда этот колонну. Соломы мне не хватает. Да чтоб тебе было нехорошо. В общем, ребята, я думаю, мы поплывем в таком вот виде. Сейчас я сюда перенесу шкафчики. Да и поплывем на наш остров. Думаю, пока ночи, думаю, насобираю всяких ягод. А то что-то куда-то они мне все делись. Не знаю, то ли у меня их не было. Думаю, пока мы будем плыть, будем изготавливать наркотишки. Ладно, думаю, пока что хватит. Я разобрал все свои строения. То есть и соломенные, и деревянные ресурсы. Штука ресурсная, их нужно собирать. Поэтому думаю, пусть будет. В общем-то, плот, кстати, я построил. Как видите, вот этот вот кубик тоже стал как надо. Пришлось опять то же самое, поставить колонну, поставить фундамент, убрать колонну, поставить ниже фундамент. Ну, короче, кое-как она построилась. Здесь у меня тушится мясо. Нам нужен сейчас, ребята, кстати, кремень. Для того, чтобы... Не кремень, а селитром, чтобы поставить туда вот для факела. Для этого нам нужно... Давайте... зайдем в ремесло. Ступка. Нужно 15 кожи и 65 камня. Вот так. Ступка, готовься. Камень, кожа, солома. Это мы все выбрам. Ставим сюда. Сюда. Ну вот пусть будет тут. И для селитры нам нужен камень и кремень. А для съедобное наркотики, наркоберри и мясо. Вот так. Протухшее мясо и наркоберри, да? Вот это наркоберри. Наркоберри. Да. Так, ну это я зарядил. А теперь нам, чтобы не мешало, все-таки селитру еще сделать. Ну, для этого нам нужна, наверное, все-таки еще одна ступка. Пусть будут две ступки, они не помешают. Камень, кожа, ступка, камень нам нужен, и кремень. Вот так. И давайте шестерочку. Тебя еще сюда, тебя сюда, селитра, камень и кремень. А сколько нужно? Чего? Камня. Ну, кремня нужно в два раза больше. Отлично. Все. Пусть это все дело изготавливается. А мы с вами сейчас поплывем. Поплывем. Кстати, какого я уровня уже нынче? Я 29 уровня, мне, ну-ка, энграмма много. У меня стоит ускоренная
получения опыта. Мы все-таки играем в одиночке. Мне нужен сейчас холодильный шкаф. По-моему, так это термошкаф. Вот так вот эта штука называется. Термошкаф. Лук. Лук или арбалет. Сейчас давайте посмотрим, что у нас тут ближе. Арбалет. Арбалет. Так, ну там еще что-то параллельно изучилось. Пусть так и будет. Снова идем к нашему шкафчику. Для тебя нужно дерево, камень, солома. Камень, дерево, солома. Изготовим и его, наверное, сразу поставим обратно. На плот я его не хочу пока что ставить. И еще что нам нужно для... Есть лук, да, мы изучили, но проще арбалет. Где мой арбалет? Так, почему я не вижу арбалета? Я же изучал. Ну, арбалет. Требуется лук. Лук у нас есть. Почему я не вижу, не нашел арбалета? Ремесло. Он на станке, наверное, делается. Черт подери. Станок, точно. Я же забыл про это. Ладно, сделаем лук. Пусть будет у нас и лук. И, в принципе, можно уже отправляться в путь. Инвентарь. Пока что лук мне не нужен. Волокно, кожица, все лишнее выбрасываем. Тяжелый камень, а по мелочевке пусть, в принципе, пока будет не беда. Так, нам плыть вон туда, насколько я помню. Вот так вот выглядит наш плот. Ну, прощай, край родной. В общем-то, будем плыть. Красота. Зеленые лучики, по-моему, от скольки? От 15 уровня или от 30 какого-то. Давайте подплывем, раз уж мы так. Я пытался добежать пешком до острова Травоядных, и меня съедали. Один раз саркозух съел, один раз съел и пираньи. В общем-то, было как-то не весело. А, подожди. Это же мой труп. Вот оно что. Где была моя вся одежда? Давайте на кожу себя разделаем. На коже что-то с нас совсем не выпало. Спинозавр. Спинозавр, ребята. Блин, я хотел бы его сейчас разглядеть, там вот трицератопс. А что там? Какая-то дымка идет за трицератопсом, видите? Так, ну и спинозавр, короче. Ну, мы еще на это все дело насмотримся. Давайте мы все-таки сделаем наш марш-бросок. Проверим сначала. 70 селитры, это много. Загрузим это все дело в факел. Ну, не все, конечно же. Так, давайте так, разделить стак несколько, вот так, зажжем, пусть это все дело горит. Блин, я все время нажимаю Е, вот неудобно. Посмотрите инвентарь, по ишечке я бы лучше инвентарь смотрел сразу. Вот так. Пусть он там себе горит. Так, а мы что? Что нам нужно? Что нам нужно? Ну, вот это барахло пока что спихнем. Надеюсь, нам его носить уже не придется. Так, селитра сюда же.
Наркотики. Ну, не хватает нам наркобери. Ну, не хватает, так и не хватает. А тем временем у нас уже, ребятки. Да давай. Блин, а. А я не могу сделать задний ход. Вали от нас. Ребята, это было опасно. Это было опасно. Кстати, здесь у нас же здоровенные рыбёхи плавают. Лицихтис, или как-то так он называется. Так, то есть я не могу посмотреть карту, пока я при корабле. Ну, вот так вот туда плыть нам и держаться. И держаться вот этого левого берега. Тем временем у нас уже рассвет. Мегалодоны нам, в принципе, не страшны. Но хотя кораблик... Ну, они вроде корабли не атакуют, а вот те вот рыбешки атакуют. И они нафиг разрушат мой плотик. Потому что каменный плот выдерживает, по-моему, один удар. А вот мой точно не выдержит. Он же совсем не каменный. Он как в этом мультфильме, да, старом. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. И кто-то из соломы, кто-то из дерева, а потом уже кто-то там из камня построил. Так что мы пока что... У нас такой легкий транспортный вариант. Надеюсь, мы доплывем куда нам надо. У нас рассвет, это прекрасный рассвет в игре Арк. 70 кадров у меня идет Арк на высоких настройках. На видеокарте 1070 уже какая-то оптимизация есть. Так, это надеюсь, нет, это не та птичка. Не чайка это. Гребаная, которая ворует. Еще и на земле есть такие динозаврики, которые тоже подбегают и воруют. Вот сюда я вот я добегал, вот там вот меня съел саркозух. Ну, я, по-моему, где-то вот к тем островам, что впереди, доплывал и все. Добегал, точнее. И там меня съел раптор последний раз. Последний раз меня съел раптор. Ну, будем, конечно же, держаться ближе к суше. Есть какие-то... Во-во, мегалодончик, ребята. Но он нам не интересен пока что. Мы плывем. Ну, надеюсь, что за вот этим где-то поворотом мы уже с правой стороны увидим остров. Вон там что-то вдали уже виднеется. Мне кажется, нам туда. И вон еще ихтиозавр поплыл, походу. Та-дам! Во-во-во, вот это вот ребёшка-то была. Стоп-пудово. Срочно-срочно к берегу. Застрял на мегалодоне. Так, скаты. Фух, ну они хоть... Они хоть не атакуют. Вот мегалодонище. Ну хотя это какой-то мегалодон. Это сколько в этой рыбе? 3 метра несчастных, ребята. Белая акула там может быть 6 метров в длину. Давайте глянем карту. Оу, да мы только полпути проплыли. А как просмотреть, сколько жизни у плота? Действия. Изменить имя. Экспорт Дина. Поднять парус. Ну, ничего такого нет. Но я боюсь, что если нас еще разок грохнет эта рыбешка, то мой плот развалится. Хотя...
Хотя нет, подождите, это внизу же у нас сейчас именно нижняя часть, это показатели плота нашего, правильно? Там вообще жизнь полная. И вверху есть плюсик маленький. Не, подождите, или я даже сюда добегал? Я сюда добегал, ребята. Не, вот сюда добегал. И вот там вот слева есть такой маленький залив. По-моему, и вот здесь меня сожрал саркозух. А может и нет. А вот это вот эта мелочь, по-моему, которая ворует. Так, ну это у нас птеранодоны, которого мы приручим, как только приедем на наш остров. Не, может и здесь такое что-то похожее был, такой маленький пролив. Ну, будем стараться держаться берега. Жаль, что нельзя вот там шкафы, допустим. Факел сломался. Чё за факел? Вот смотрите, здесь тоже какой-то красивый заливчик. Ну, после того, как мы приручим Птерыча, мы пролетим, посмотрим, выберем там себе базу какую-то. Место для базы. Потом будем выбирать. Пока что нужно прокачаться, приручить каких-то диносов. Иначе, ну, пешком здесь вообще не вариант ходить. Даже с огнестрельным оружием, как я смотрел, как бы, ну, потух мой костер. А вот это вот, кстати, мелочь. Вот это вот. Вот эта вот мелочь, ее тоже нужно приручать, и она дает баф по прокачке уровней. Как ты называешься? Титанобери ему нужно дать для приручения. Но он 26 уровня. Хотя, подождите. Межебери. У меня титанобери даже нет, получается, с собой. А вот это что? А, есть титанобери. А ну-ка давайте, у меня же все-таки здесь... ускоренное сейчас, ускоренное приручение стоит. То есть мы его, в принципе, сейчас по-быстрому приручим. Давайте, пока он там расчехляется, вплотную корабль подгоню. Его, по-моему, можно переносить. Нет, здесь же ускоренное все стоит. 12%. Так, а паразавра можно как-то по-культурному приручить или только через наркотики? Мне жарко. Так, у меня сломался факел. Вот что сломалось. Это факел из моего инвентаря. Так, ну еще два раза покормите, и все готово. Так, вот смотрите, это здоровенная птица. Но это не та, что у меня воровала, да? Это пилагорнис. То есть его можно приручить, и он будет переносить нам рыбу. То есть его тупо вот так вот пускаешь в воду, где есть рыба, и он тебе ее приносит. Хватит срать. Это листрозаврик у нас. Блин, там Дилас ходит. Надеюсь, он сюда не придет. И главное, самому не убить листрозаврика. А то я такой могу. Давай, иди вот прямо на кораблик. Тебя там ждут. Так, а чего мне не хватает для изобретения, для
починки факела. Почему я не вижу... А, вот факел. Мне не хватает одной древесины. Слушай, ну давай уже. Блин, Дилас идет сюда, по-моему. Так, вали отсюда. О, там пусть Дилас на него сагрится. Да, ха-ха, мой план сработал. А я тем временем могу уже немножко древесины рубануть. Че тут зря простаивать? Дерева много не бывает. Ну, 25 уровень, это, конечно, я круто взял. Ну ладно, давайте еще порубим немножко. Хотя, я, в принципе, я уже прокачался и до каменного века. Ладно, давайте сбегаю и выгружу древесину. То она тяжелая. Слышь, хватит гадить, а? Весь пляж загадишь. Точно, последнее кормление, ребята. Точно последнее. 99,5, да ты прикалываешься. Пойду я с горя еще порублю. То есть есть динозавры, которые можно приручить только вот так вот гуманным способом. Блин, а Дилас идет. Какого он уровня? Ух, пронесло пока. Ну, давай. Ладно. Нет времени писать. Так. Поведение. Так. Где тут изменить дистанцию исследования? А, он, то есть он за мной следует. Отлично. Ух ты, смотрите, как он шустренько бежит. И, кстати, да, после приручения у нас еще и прокачивается уровень. Надеюсь, он сюда залезет. Вот, отлично. Ну и поплыли. Мы приплывем на остров уже со своим питомцем. Будем так сказать, колонизировать его. Так, надо что-то со светом, наверное, пошаманить по настройкам. А то какой-то дикий засвет идет. Так, а вот это у нас сейчас уже не остров травоядных справа виднеется. Мне кажется, я даже сюда добегал. О, приземлился какой-то лут, но синий это, наверное, нам не по зубам. Ну ладно, сейчас, раз мы уж тут, то туда сбегаем сейчас. Это что такое? Какого черта ты тут делаешь? Офигеть, какой козел!
Какого он уровня хоть? Ой, ребята, начинаем все сначала. Блин, это такой трэш. Такой трэш произошел. Как он заскочил ко мне на корабль? Как? Блин. Да, и вы поняли, где моя ближайшая кровать. Возврат на кровать. Он был 9 уровня, я, блин, его, наверное, мог бы ушать. Но это просто капец. Мой же инвентарь фиг знает где. Что мне нужно насобирать, чтобы сделать новый корабль? Корабль. 125 волокно, дерево, кожа. Блин, а с кожей-то беда будет. Ладно, в общем-то, я побежал, ребята, собирать это все дело. Мы сможем наш кораблик, ну, как скажем так, догнать и восстановить. Так, ну вот, кстати, да, мы вместе с вами не прокачивались. Вот сейчас мы прокачаемся. Так, что мне нужно для топора? Для кирки. Камень, дерево. То есть нужен камень. Но, блин, не туда. Так, где эти камни? Их тут камни этих, как не знаю чего. Так, ладно. Ковыряйся потихонечку. Как говорится, была такая простая ведь мысль. Просто взять и поплыть. Топор. Камень. Кремень. Есть дерево и солома. Блин, мне это место уже... Знали бы, как оно мне надоело. Кто здесь? Кто-то здесь ходит. Так, ну я сейчас по бырику тут насобираю древесины. У меня вот тоже стоит ускоренный сбор ресурсов. Чтобы у нас не возникало с этим проблем. Волокно, дерево. Много всего, ребята, надо. А копье? Как мне создать копье? Мне нужна кожа. Копье я могу создать. Это хорошо. Так, также мне нужно еще создать... одежду себе. Нужно собрать. И давайте будем собирать волокно. Оно в таких кустиках побольше. Но это не прикольно получилось. Кожа, кожа, кожа. Что же с тобой-то делать? Кожа. Тело, низ. Ботинки. Тоже нужна кожа. Тоже нужна кожа.
Кого мне тут? Дадошки, точно, дадошки. Нужно искать дадошек. Вон, вижу первую дадошку. Прости, дадошка. Да, дадошка какая-то попалась тощая. Но, а болос, болос, болос. Может, я смогу сделать болоса, ушатать паразавра? Болос. О, я могу его сделать, отлично. Тогда мне нужно найти какого-то невысокого уровня либо птерыча, либо паразавра. Так, здесь еще лососина бывает. Он, это целокамп, мне кажется, да? Нет, нет, спирания, и они еще друг друга съедают. Так, может, я тебя смогу ушатать? Ну куда ты? Так, я его добью таки. Нам туда. Так. Это пиранья. Это пиранья была. А это сволочь опять поплыла обратно. Так, не-не-не-не-не-не-не. По-моему, плывет. Так, а что со мной происходит? Здоровечка мало. Блин, а надо сделать костер, ребята. Надо делать костер, поджарить себе жратвы. Камень. То есть это не камень, да? Ну, ты делаешься? Где ты там делся? Древесина, мясо. Сжечь. Я нашел очки. Я могу одеть очки. Хотите выглядеть интеллигентно? Тогда используйте этот предмет, немного треснувший. Это скин. А куда его впихнуть-то? Скин. Ага, вот так, да? А как посмотреть на себя? Непонятно. Блин, там птерыч. Может, я его ушатаю, пока мясо жарится. Так, давайте немножко буду собирать ягоды или чего-то, а то я умру сейчас. Слышь, какого ты уровня? Давай, опустись, мне нужна кожа. Не захотел он опускаться, гаденыш.
Так, блин, эти гиганты. Я тут думал... О, вижу додошку. Сейчас додошку шатаем. Я хотел, думаю, паразавра. Там еще, по-моему, видел кого-то. Так, этот подлец. Я думаю, он... Так, главное, не смей пиранья его жрать. Так, сейчас уже потемнеет. Нам пора уже отсюда сваливать-то. И плохо, что когда мастерится что-то... Вот это тоже штуку не люблю постоянно. Тушу. Костер. Вот так, вот так. Зажечь. Проверяем, проверяем, чего нам не хватает. Волокно насобираем, дерево легко, кожи, чуточку нам кожи не хватает, совсем малость. Блин, сейчас уже потемнеет, хоть, конечно, я хотел до заката это все сделать, но походу не получается. А, вот еще один есть. Чего не хватает на болос? Камня. Блин. Я думаю, сейчас нам уже кожи хватит. Он всего лишь третьего уровня. Я его вот это ушатываю полдня. Дерево и волокно. Это все отлично. Все, можно, в принципе. Прячем, прячем. Так, есть шанс все-таки нам по-быстрому отсюда убраться. Во, вот отсюда должно быть много волокна. Так много, что аж не было. Ладно, побежали, побежали к нашему костру. Так, ну скажи, пожалуйста, что у нас уже все есть, и нам больше ничего не надо. Дерево. Это тоже дерево.
Да. Все делаем. Пока он делается, давайте смотрим на карту. Ну да, мы все сюда, и ребятки тогда и выплывем. Сейчас только нужно немножко пройти вперед. И вот так. Так, а кто это у нас? Апатозавры, бронтозавры, да, по-моему, бродят. Я думаю, пробегу. Блин, там Дилас. Ладно, давайте пробежим вот так. С Дилосом сталкиваться совсем желания у меня нет. Будем еще, наверное, попутно немножко собирать там волокно или еще что-то. Так, ну сейчас я строю кораблик, ничего с ним делать не буду и доплываю до того места. Черт. Тут еще спинозавр. Валим, ребята. В общем, включусь, когда доплыву. Доплыл я. Вот, альт у нас, да, посмотреть на себя. Доплыл я уже практически до того места. У нас опустился такой туманчик. У меня сразу возникла идея, кстати, интересно. Ну, мое домашнее животное, наверное, листрозавр уже окочурился. Я думаю, что... А эта сволочь до сих пор здесь, вы посмотрите. Оно дурное пытается сожрать мой корабль. В общем-то, даже несмотря на ту ситуацию, я решил все-таки доплыть до острова. Там построить кровать и потом вернуться за своим кораблем. Ну, чтобы просто мой корабль не развалили, и мне в очередной раз не пришлось бежать сюда, ну и не потерять ресурсы. Все-таки, я думаю, мы сейчас с вами сплаваем на остров, а потом я сюда вернусь и перегоню свой транспорт. Надеюсь, та сволочь уже отсюда уберется. Смотрим на карту. Ну да, нам туда. Вдоль бережка плывем, плывем, плывем. Сейчас же на месте трупика светится вот такой вот зеленый столбик, так что свои вещи найти, в принципе, будет не тяжело. Так, моя задача сейчас приплыть на остров и построить кровать. Я плыву, как вы понимаете, такими зигзагами, чтобы поближе к берегу не заплывать на глубокую воду. Ищу сейчас минимальное расстояние до этого острова, чтобы побыстрее переплыть живым. Так, ну вот где-то здесь вижу он там коса. Это и есть, да, наш остров. А что там под водой светится? Это медуза? Да, это медуза. А мне бы побыстрее, побыстрее. Ну, плавников вроде никаких не вижу. О, ну вроде доплыли. Вот это наш остров травоядных, ребятки. И здесь мы будем жить. И здесь у нас уже гуляют
много разных, вот это Фиоми, из которых много кожи, анкилосы, которые прекрасно фармят камень и все остальное. Так, ну и вот здесь вот мы будем где-то жить. Так. Ну вот здесь будем жить. Сейчас я посмотрим, что мне нужно сделать, чтобы... Подождите, у меня, блин, у меня кровать-то была там. А, так и могу ее сделать, отлично. Делаем кровать. Все время пытаюсь ее перетащить отсюда, но нет. Что у меня там, что я могу скрафтить? Какие-то фундаменты могу скрафтить? Да, могу. Прикиньте, начинаем опять с соломы. Уже не хватает, да, древесины не хватает. Так, ну это все, все, что у меня было. Хух, отлично. Так, ну пару фундаментов я бы еще все-таки построил, чтобы было хоть как-то покрасивее. Солома, солома и дерево. То есть берем кирку и фигарим деревья. А теперь берем топорики, фигарим деревья. Вот здесь мы будем жить. Стоять. Чё тут такой был резкий приступ? Блин, костер нужно сейчас построить. Ух ты. Какой клёвый стегозавр. Так. 5. Так, давайте... А почему? Чего не хватило-то? Ну, хотя бы 2 фундамента уже для красоты будет. И на том спасибо. Вот так вот, в общем-то, ребятки, шикардос. По инвентарю. Чего мне еще не хватает? Штаны есть. Руки, руки, руки. Волокно и кожи не хватает. Не хватает. Так, факел хотя бы нужно сделать. Факел у меня есть. 4. Хоть факел остался. Хотя не знаю даже откуда. Ну, кровать есть. Ее не, здесь никак там активировать не надо. Быстрое перемещение, все предметы. Поплыли, короче. Поплыли забирать свой лут.